Здравствуйте! В эфире Небесная канцелярия. О том, какая погода вас ждет завтра, расскажу вам я, Александр Азарный. 7 сентября, по данным сайта GizMeteo, в Северодвинске ночью ожидается 10 тепла. Днем воздух прогреется до 13 градусов. Малооблачно с прояснениями, ждите небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба. Для владельцев водного транспорта и любителей рыбалки сообщаем, в пятницу малая вода ожидается в 5 часов 28 минут и в 17.50. Полная вода в 11 часов 37 минут и в 23.56. Завтра тит-листопадник. В народе говорят, тит отдает последний гриб. Большой урожай грибов в течение лета предвещает продолжительную зиму. Кто в этот день родился, тому счастье в зрелости выпадет. Звезды обещают, многие вопросы удастся завтра решить просто потому, что ни одна минута не будет потеряна даром. Оказаться в нужное время и в нужном месте окажется проще, чем когда бы то ни было. Удачный день для общения. Можно завязать много новых знакомств. В это же время у голубых экранов нужно оказаться и завтра, чтобы узнать о погоде на выходные. О них подробно расскажет моя очаровательная коллега Ирада. А я с вами прощаюсь. Будьте на позитиве. До свидания.